Всем привет-привет! И для тех, у кого возникла проблема с кнопкой спонсорства, предлагаю альтернативу. Для этого вам нужно скачать программу, ссылочку я оставила на нее в описании под видео. Заходим на сайт, прокручиваем вниз, находим вот эту кнопку, это для компьютеров, для телефонов ниже кнопочки. И нажимаем. Устанавливаем обязательно в браузере Google Chrome. Сначала устанавливаем вот это приложение. Теперь нажимаем на ссылку ниже, вот сюда, и скачиваем программу. В правом верхнем углу нажимаем и выбираем бесплатную версию и скачиваем программу. Находим программу на рабочем столе, открываем ее и начинаем устанавливать. Выбираем папочку, в которой будет у вас установлено. В программе нужно будет зарегистрироваться. Для этого нужно будет придумать свой логин и пароль и зарегистрировать. На почте обязательно заходим и подтверждаем регистрацию. Нажимаем. Далее я уже в программе. Теперь сверху нажимаем кнопочку «Включить». Вот здесь она находится. Я сейчас уже как бы в Финляндии. И в Финляндии кнопка видна. Поэтому мы сейчас с вами переедем в Украину и посмотрим, как будет там. Потому что было очень много заявок с Украины о том, что они не видят, к сожалению, кнопочки. Итак, перемещаемся в Украину. Открываю браузер и смотрим, появилась у меня кнопка или наоборот исчезла. Нажимаю обновить. И вуаля, нету больше кнопочки. Опять залезаем в мишку и перемещаемся в любую другую страну. Но помним о том, что от того, в какую страну вы переместитесь, будет зависеть и цена спонсорства. Итак, перемещаемся опять в Финляндию, нажимаем «Обновить браузер». Ура! Наша кнопочка вернулась. Теперь можно на нее нажать и подключить спонсорство. Надеюсь, что данное видео вам поможет. Всем пока-пока!